Недалеко от дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо проходил вор. Он увидел вдалеке силуэт и подумал, что это стоит полицейский возле дороги. Испугался и убежал. Вечером проходил влюбленный. Он еще издали заприметил изящный силуэт и подумал, что это его любимая. Уже давно поджидает его. Его сердце радостно забилось. Он улыбнулся и ускорил шаг. Однажды мимо этого дерева также проходила мать с ребенком. Малыш, напуганный страшными сказками, подумал, что возле дороги привидение, и громко расплакался. Но дерево всегда оставалось только деревом. Мир вокруг нас – это отражение нас самих.